Казахстан для реабилитации от наркозависимости приехал еще один участник благотворительного проекта «Ты нужен миру», теперь уже из Ливана. Мохаммед – третий участник проекта, который будет лечиться бесплатно в клинике доктора Назарлиева. Ну как, человек, не носящий имя пророка, да, может употреблять наркотики? Жизнь Сисо, так его называют в своей среде, в небольшом ливанском городке под Бейрутом в последние годы превратилась в настоящий кошмар. Безработный парень с тремя классами образования и 12-летним стажем наркозависимости попал под пристальное внимание полиции. Отчаяние заставляло Сисо идти на крайние поступки. В свои 26 лет Сисо 12 раз попадал за решетку. Я бросил футбол, вроде бы увлекался мотоциклами, попал в аварию и начал употреблять наркотики. Сначала трамадол и потом роботрил. Также гашиш иногда употребляю. Два года назад Сисо проходил лечение в ливанской клинике в течение 20 дней. Но без результата. По радио Сауд Аль-Фарах он узнал о проекте доктора Назарлиева «Ты нужен миру» и решил отправиться за тысячи километров в Кыргызстан. Теперь ему предстоит пройти все этапы лечения. Часть пути уже пройдена, но решительный бой с собственной тенью еще впереди.